В течение 2 дней в бассейне «Дельфин» поселка Развилка проходил ставший уже традиционным Кубок Евгения Рылова. На этот раз соревнования получили статус региональных. Побороться за кубок приехали мальчики и девочки из 6 муниципалитетов Подмосковья. Сегодня дети некоторые кандидата выполнили, первые взрослые выполнили. Это многое значит. И потом прикоснуться, поговорить с олимпийским чемпионом, двукратным олимпийским чемпионом, для детей это много стоит. В заплывах участвовали 106 юных спортсменов 2009-2012 годов рождения. Проявить себя можно было в эстафете, в плавании на спине, баттерфляе и вольном стиле. Лучших выявляли как в личном зачете, так и в командном. Кроме того, у подрастающего поколения спортсменов была возможность пообщаться с олимпийским чемпионом Евгением Рыловым. Мне надо направлять юные дарования и направлять, что, в принципе, любой старт – это развитие, и детям это необходимо. Также это очень интересно их родителям, которым хочется посмотреть, как дети их выступают. Ну и развитие непосредственно для тренеров, которые с большим количеством стартов могут делать больше анализов. В качестве почетного гостя соревнования посетил заслуженный мастер спорта СССР, председатель Общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания Виктор Мазанов. Это большой фестиваль плавания в Московской области. Я буду стараться об этих соревнованиях рассказать и общественности на своем сайте. У нас есть такой совет старейшин, и где мы будем информировать людей о проведении подобных соревнований и даже в других регионах в честь известных российских пловцов. Воспитанники бассейна «Дельфин» серьезно готовились к состязаниям и упорно тренировались. Возможно, среди них есть будущие звезды плавания. А присутствие на заплывах Евгения Рылова добавляло ответственности. Для меня это гордость, потому что наш бассейн, ну, славится этим. Я хочу равняться на него. Я выполнила норматив мастера спорта, участвовала в первенстве России, заняла 2-е место на первенстве ЦФО. Дальше работаю. По итогам 2 дней соревнований лучшие пловцы были награждены медалями, а командный зачет и главный кубок выиграла команда из Ленинского округа. 2-ми стали спортсмены из Серпухова, а 3-е место занял Воскресенск. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.